Всем привет! И в этом видео я хочу продолжить свою любимую тему выкидывание барахла. Может быть, кому-то покажется, что таких видео у меня появляется на канале слишком много, но вы поймите меня тоже, я же не могу это выкинуть барахло, пока не засниму его и не выложу в интернет, поэтому приходится ожидать появление новых и новых фильмов на эту тему. Ну, я надеюсь, что это время потрачено не зря, что вас это каким-то образом подталкивает на разгребание своих собственных завалов. Итак, ну, давайте приступим. И начнем мы сегодня с предмета, который является символичным для данной темы, и таковым его назвал один из моих друзей, который очень наблюдателен и примечает всякие прикольные моменты в окружающей действительности. И часто он это делает даже быстрее и лучше, чем я. Это был тот самый момент, когда он меня так неплохо протроллил. Поэтому я его часто называю троллем, а учитывая особенности его телосложения, толстым троллем. Итак, в чем состоит прикол этого конкретного предмета? Он сказал, что Катерина, это вообще символизирует накопление ненужного барахла в доме, потому что, ну, как французский за рулем, машины у тебя нет, и французский тебе не нужен. И мне не оставалось ничего другого, кроме как признать, что он абсолютно прав, потому что у меня действительно нет машины, французский мне не нужен. Я купила этот диск для того, чтобы, ну, каким-то образом поддержать на плаву свои знания французского языка, которые я изучала в школе, и после этого практически никогда не применяла, за редкими исключениями. Ну, в общем, я прослушала часть этого диска когда-то, нашла его каким-то очень скучным и бесполезным. Прошли годы, а он у меня все валяется. Я думаю, пора действительно с ним расстаться, и в некотором смысле он действительно может быть помещен на знамя борьбы с ненужными вещами, которые мы купили, исходя из каких-то соображений, но либо не использовали ни разу, ну, либо один раз когда-то, и то не целиком. Причем об этом можно было догадаться еще в момент покупки, что так и будет. Далее, у меня упало и расколотилось зеркало. Оно когда-то было хорошим, и можно даже и сейчас заметить, что оно достаточно добротным было, куплено за деньги в хорошем магазине, но вот упало и разбилось на части. Очень часто такие вещи ремонту не подлежат. Даже если кажется, что вещь сама по себе хорошая, и мы ее откладываем в чулан или на полку, надеясь, что когда-то до нее дойдут руки, и мы ее починим. На самом деле этого либо никогда не происходит, либо происходит очень редко, и то, что получается в итоге, ну, не совсем нам нравится. Причем зеркало было двустороннее, и одна его часть разбилась. Осталась у меня в итоге та сторона, которая увеличивает. Если честно, для меня это с детства является большой-пребольшой загадкой. Для чего вообще нужно увеличивающее зеркало? И может ли женщина испытывать какие-то положительные эмоции, разглядывая в себя в увеличительное зеркало? Если кто-то знает ответ на этот вопрос, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Несколько предметов с кухни. Вот, например, красивые жестяные коробочки из-под чая. Чай такой я очень люблю, и коробочки обычно рука не поворачивается выбрасывать. Но, как я уже однажды об этом говорила, использовать их для чего-то, как правило, не получается. И они складируются, стоят долго на полках, без всякого применения. Единственное, что можно, это купить такой же чай в обычной картонной коробке и переложить в жестяную банку. Кстати говоря, по моим наблюдениям, чай в жестяной банке с таким же названием, он, как правило, вкуснее и лучше, чем такой же, но в картонной коробке. Может быть, кому-то когда-то так же показалось. Но вот это, пожалуй, единственный вариант применения таких банок, потому что если класть в них какой-то другой чай, то через какое-то очень короткое время, забывая, что там находится, возникает
колоссальная путаница. Я с некоторого момента предпочитаю чаи оставлять в их оригинальных упаковках, чтобы вот они у меня не терялись и не застаивались. Вот. А что касается вот этих конкретных чаев, то я просто уже купила новые в таких же коробках точно. И поэтому эти я выкидываю. Подчеркиваю, я уверена, что они мне в хозяйстве совершенно ни для чего не пригодятся. И это уже проверено неоднократно. Проблема пустых банок на кухне, она вообще экзистенциальные для русского человека, потому что как-то в крови у нас с самого детства сидит привычка, что если имеется пустая баночка, то ее обязательно нужно помыть, высушить и убрать куда-нибудь в шкаф. Ну, раньше это было как-то оправдано, потому что очень много банок требовалось для заготовок на зиму, и достать их было негде. Сейчас такой проблемы вообще нет. Банки продаются просто пустые, с крышками и так далее. И собирать их современным хозяйкам практически нет никакой нужды. У нас, например, в Пущино это до недавнего времени все было. Когда берешь какой-то бабушке или покупаешь варенье или лечо, то это было с условием возврата банки. Такой был дефицит. Так вот, сейчас это все уже совершенно не актуально, потому что пустые банки совершенно любой вместимости, формы, цвета крышек, на любой вкус можно просто купить на рынках, но все равно не поворачивается, не поднимается рука, чтобы выкинуть годную стеклянную банку. И даже в магазине еще достаточно часто люди делают выбор в пользу покупки консервов в стеклянной банке. Даже не потому, что они видят содержимое, а потому что понимают, что банк-то им останется. Но в реальности это просто беда. Они накапливаются чрезвычайно быстро. Что с ними делать? Непонятно. Они захламляют кухню на раз. И, в общем, я приняла решение от них избавляться. Выставлю в подъезде на окошке. Какие-нибудь бабки их подберут. Бабки и банки созданы друг для друга. От подобных пластиковых контейнеров я решила избавляться буквально сразу же после покупки, потому что их тоже огромное количество появляется, и они захламляют кухню на раз. Более того, в последнее время я их даже не приношу домой из магазина. То есть, покупая вот такие, например, томаты черри в магазине, я после кассы их высыпаю в пакетик, а вот эти пластиковые футляры выкидываю там же, в мусорное ведро в магазине, и даже не несу их домой. Потому что соблазн, опять-таки, слишком велик, что такой удобный стаканчик, может быть, он для чего-то пригодится, буквально через день-два кухня ими зарастает, как грибами после дождя. Вот резинки для волос ужасного вида. Причем, если это резинка-ветеран, которая потеряла свой внешний вид с течением времени, ну, поистрепалась, покрылась шарушками, то вот эти были неприглядными с самого начала. Вот. Зачем я их купила? Большая загадка. Дань моему нижегородскому происхождению хохломские стаканы. Я на самом деле обожаю всякие народные промыслы. Мне очень нравится их цветастость, некоторая отсылка к деревенскому образу жизни, к веселью, ну и к такому подчеркнуто русскому стилю. Меня совершенно не смущает изобилие цветов, напротив, вызывает радость, поэтому эти стаканы у меня находились дома долгое время. Сначала они принадлежали моей бабушке, потом перешли по наследству к моей маме, и впоследствии я их утащила к себе в Пущино. Но время их пришло, потому что где-то они испачкались так, что отмыть нельзя. Вот внутри протекли чернила. Причем еще в те времена, когда шариковые ручки были с чернилами, из них вытекали эти чернила. Причем не только чернила, но что-то еще.
Причем вот этот подтек, самый большой, появился еще, когда я, ну, либо ходила под стол пешком, либо часто там все-таки находилась. То есть в глубоком-глубоком далеком моем детстве. Поэтому я приняла решение их подарить случайному человеку, а себе впоследствии приобрести новые, похожие на них. Вот также еще с некоторым сожалением расстаюсь с маленьким стаканчиком. Тоже он раньше принадлежал моей бабушке. Ему уже очень-очень много лет, он очень потрепанный, внутри очень грязный. Я пыталась что-то с ними сделать, отмыть, но пришла к выводу, что это невозможно. Салфетки для снятия лака с ногтей, которые дали в нагрузку в Иль де Ботте, когда я покупала какую-то Шанель, кажется. Производят их в Москве, и поначалу я обрадовалась такому подарку, потому что я подумала, что это идеальный вариант для путешествий или просто для того, чтобы держать в сумочке всегда, ведь там салфетка, смоченная в средстве для снятия лака с ногтей, очень удобно, потому что никогда не прольется, не сгадит сумку ее содержимое. В то же время мы все знаем, что мы можем попасть в такую ситуацию, когда лак на ногтях у нас облупился. Это происходит в течение дня, и так быть неприлично. То есть надо срочно стереть его весь, чтобы не бросалось это в глаза. И вот мне казалось, что эти салфетки идеально для этого подходят. Ну, это дорожные косметички для таких вот случаев. Но пользоваться ими совершенно невозможно, потому что воняют они безбожно. Вот совершенно никак нельзя терпеть. Ну, вообще средства для снятия лака с ногтей – это растворители самые настоящие, летуч, токсич, вонюч. Все это присутствует. Но вот это что-то страшное совсем. Ну, никаких сил нету. Ну, а сейчас перед нами один из примеров того, насколько быстро на нашем веку развиваются технологии. И то, что еще вчера казалось новшеством, уже сегодня беспросветное старье, безнадежно устаревший предмет. Это переходник на евророзетку. И еще совсем недавнее время назад, ну, хотя, наверное, уже лет 5, может быть, уже и прошло с тех пор, когда эти предметы, они были совершенно незаменимы в хозяйстве, потому что новая техника, которая появлялась, бытовая, да и компьютеры, пожалуй, они не входили ни в наши советские розетки. Поэтому этот переходник на евро был необходим, иначе, в общем, чая не вскипятишь в электрочайнике. Но все, сейчас они не нужны, потому что новые розетки, они подходят для всех типов этих вот штепселей. Как это называется? Вилка, штепсель, тропунька. Ну, в общем, вот, их накопилось в свое время много, и это было признаком разумного ведения хозяйства и достатка, чтобы их было вдоволь, и все можно было бы включить то, что нужно одновременно, не перетыкать один из одной розетки в другую. Ну вот все, их век был недолг. Очень впечатляет. На одном из них, вот как видите, даже ценник до конца не успел оторваться. То есть он практически не был в использовании, а уже его приходится выбрасывать. И последнее, что я сегодня выбрасываю, причем именно выбрасываю, а не выкладываю в подъезде, потому что в подъезде могут быть дети, это коньяк. Кизляр называется, кизлярский коньячный комбинат. Он не стоил очень дорого, поэтому особых претензий не было изначально, но тем не менее он все-таки не выдавался бесплатно. Стоимость его составляла что-то около 250-300 рублей, причем я советовалась, какой выбрать, много коньяка было не нужно, но какое-то количество, чтобы добавлять, например, в какао. Тогда какао становится вкуснее, также выпечка и некоторые другие блюда. На вкус это что-то невозможное, очень похоже на духи или лосьон, потому что, по всей видимости, содержит некоторые синтетические отдушки, которые придают синтетический аромат и синтетический вкус. Для коньяка совершенно не характерный. Ну, как видите, его использовали ровно настолько, чтобы в этом убедиться. Было принято решение
не использовать его внутрь, других применений придумать не смогли, поэтому надо выбрасывать. И ни в коем случае не пользоваться пословицей «лучше в нас, чем в унитаз». В данном случае рисковать своим здоровьем совершенно никак нельзя.